Собравшиеся почтили память павших минуты молчания. Затем прошла поминальная панихида. В богослужении приняли участие жители и гости города-курорта, школьники, студенты, курсанты Института береговой охраны, прихожане анапских храмов, родители с детьми, а также представители молодежного совета при главе Анапы и Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир». От лица молодежи диакон Илья Карпенко поблагодарил всех пришедших в ранний час, чтобы почтить память тех, кого 75 лет назад в это же время разбудила война.